приветствовать вас на моем канале. Сегодня я приготовлю очень легкий, вкусный салат. Салат из печени трески с овощами. Для этого мне понадобится печень трески. У меня одна банка, одна большая помидор, три средних огурчика, маленькая луковица, руккола, салат айсберг, соль, перец, оливковое масло для заправки, французская горчица и 1 столовая ложка семян льна. Ну все, начинаем приготовление нашего вкусного. Так, начинаем готовить наш соус. Берем 1 чайную ложку французской горчицы. Добавляем сюда оливковое масло. Примерно 1,5 столовые ложки. Все хорошо перемешиваем. Еще немножечко добавим. Так, заправочку мы приготовили. Значит, тем временем мы порезали огурчики. Огурчики я порезала пополам и полукольцами. Крупно порезала помидоры. Помидоры у меня сладкие, мясистые. И полукольцами тоненько порезала лучок наш. Теперь мы соединяем огурчики, помидоры. Наш лучок. Так. Теперь выливаем сюда нашу заправочку. И все это вымешать. Желательно руками. Значит, сейчас мы немножко это поперчим. Наши овощи. И добавим соль. Теперь я это буду вымешивать прям руками. Руки, конечно, я предварительно помыла, чтобы немножко как бы овощи дали сок. Все уже готово, я их перемешала. И также приготовила, порвала руками листья салата айсберг и перемешала с рукколой. Сейчас мы наш салат высыпаем на листья салата. Распределяем. Сверху выкладываем нашу печень трески. Так, постоит он у меня вот так вот минуточек 10. Сейчас сверху я салатик наш обязательно посыплю семенами льна. Семена льна очень полезны, особенно девушкам, женщинам. Вот, почитайте про них, очень хорошие семена. И украшу слегка оливками. Такой вкусный весенний салат из печени трески с овощами у меня получился. Подавать я его буду с ржаными сухариками, которые я сама приготовила в духовке. Попробуйте этот рецепт приготовить и вы. Я надеюсь, он вам понравится. Поэтому готовьте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, приятного вам аппетита!